Значит, было так. На одном из своих мобильных устройств я зашел в YouTube и хотел выйти поубирать все ненужные учетные записи, которые у меня там есть. Так вот, я озадачился и пока искал какую-то возможность приложения это сделать, у меня этого не вышло. Полез я в YouTube, и там были все решения, там, годовой, двух, трех и более годовой давности, поэтому уже не соответствует, не работает. Приложение обновляется немножко, расположение каких-то настроек меняется, и мы не можем это сделать. То есть, и я сейчас вам прекрасно продемонстрирую, как это можно сделать на iOS-устройствах, точно так же на Android-устройствах через приложение. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, как вы поняли, тема ролика такова, что вам нужно будет сменить или вообще выйти или удалить учетную запись с приложения YouTube, чтобы она не мешала и вы как бы пользовались одной или двумя какими вам там нужно полноценными учетными записями. И давайте же посмотрим, как это сделать. Сейчас продемонстрирую, как же все-таки выйти с нежелательных аккаунтов YouTube. Нам нужно зайти в правый верхний угол, нажимаем на наш аккаунт сюда на стрелочку. И опускаемся в самый низ. Перейти к управлению аккаунтом на устройстве. Нажимаем. И вот, как можете видеть, я вот, допустим, хочу удалить этот аккаунт. Удалить с этого устройства. Что нам здесь пишет? Удалите аккаунт, и все несохраненные данные будут удалены из приложения YouTube и других приложений Google на этом устройстве. Удалить. Бамс. То есть, если мы используем творческую студию, мы там больше не увидим этих нежелательных. Останутся всего два, которые нам будут нужны. Вот, в принципе, все, что вам нужно было сделать. То же самое вы можете проделать на других Android-устройствах. Как видите, друзья, ничего сложного нет. Все буквально в пару кликов делается. Не нужно заморачиваться, где-то что-то искать. Чтобы не пропускать мои новые видео, не забывайте подписаться на канал, прожать колокольчик, ставить один любой комментарий, помог ли я вам с данным видеороликом. И точно так же подписывайтесь на мой другой канал по подсказке в описании, по ссылке в описании. Вам будет точно так же интересно. Скоро увидимся.